Только накануне мы рассказывали о том, как мэр Сыктывкара Иван Поздеев проинспектировал дворы. Он проверил, как коммунальщики убирают снег и сосульки с крыш. Однако распоряжение градоначальника, похоже, услышали не все управляющие компании. Нина Чешкова убедилась в этом лично. Это вид из окна. Ледяной декор совсем не радует жителей. Сосульки – реальная угроза для прохожих. А тающий снег проникает сквозь старую кровлю. Даже тазы, расставленные по всей квартире, уже не спасают. Неоднократно обращались уже в это ВРУ, к которому мы относимся, но они никаких мер не принимают. Хоть бы скинули снег с крыши, не стало бы течь по стенам. Течет все по стенам, по окнам, вся эта сырость, вся влага в квартире. В другом доме те же проблемы. Сосульки, жалуются жители, коммунальщики убирают только со стороны фасада перед входом. Люди боятся за свою жизнь. Это газовая труба, газ к нам в дом подведен. Но вот если лед будет, он уже может оборвать эту трубу. Поэтому может и утечка газа быть, и случайно кто-нибудь спичку поднесет. Однако в управляющей компании нам заявили, свои обязанности они выполняют полностью. И упреки жильцов считают необоснованными. Сосульки сбиваются постоянно, но сейчас такая погода стоит, что они тут же нарастают. У нас даже дворники ходят с этими шестами, сбивают постоянно. Есть проблема, есть заявки, мы тут же выходим. Жильцы даже растерялись от такого утверждения коммунальщиков. И в качестве доказательства хорошей работы управляющей компании показывают все те же сосульки, свисающие с крыши. Нина Чешкова, Владимир Шишкунас, телеканал «Юрган», Сыктывкар.